Самая большая проблема здесь в том, что эти деревья стоят очень сильно в воде. То есть здесь очень сыро, и тополя эти, они прям гниют. В прошлом году мы вот там убирали тоже тополь. Он просто упал на другой тополь, и нам приходилось его снимать. Работа очень деликатная, поэтому вызывают именно нас. Будем спускать все по веточкам аккуратненько, чтобы не повредить ни могилки, ни оградки, ни крестики и так далее. Каждый раз, когда вот так спускаешь тополя, просто все трясется. Мандраж, это писец. Это, ну, ты понимаешь, что ты выжил, и ты радуешься этому. Ну, хорошо, когда все хорошо заканчивается. Ну вот и все, работа почти окончена. Сейчас осталось допилить и убраться отсюда подальше. Так что, народ, если кому-то нужно убирать деревья на кладбище, пожалуйста, обращайтесь, сделаем все аккуратненько и красивенько. Пока-пока.